Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание святого апостола Павла к евреям. 3 глава, 7 стих. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваше, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Я обратить хочу особое внимание на слово «ныне». Ничего не откладывай, что можно. Вот сейчас прочитали про самарянку. А кто она такая? Когда завоевывает какую-то территорию, то завоевателю важно, чтобы снова не возникла какая-то организация, не подняла людей, не объединила, и поэтому их выметает всех. В Советском Союзе так же было. Наступила война, и поэтому чеченцы, другие, всех выселяли. Дали 4 часа, утром проснулись, все окружено войсками, немедленно. И дорога не дали ни есть, ничего, там сколько хоронить даже некому было. И они, когда кончилась, начиналась там перестройка, стали требовать назад. Верните нас на то место, тут можно посочувствовать. Вот тогда такая точная ситуация была. Новое место, которое были увели в плен. А пришли те, кого послал царь. Но проходит день-два, посевная выйти нельзя. Обыкновенная, кажется, кочка лежит, соскакивает, на тебя кидается лев. И львы терзают одного, другого. Все закрылись, жизни нет. Но кто-то прошел к тому, кто завоевал, и говорит, жить совершенно невозможно. Ну, вообразите, сегодня показывают интервью, дает две женщины, они пошли березок убрать. И в это время медведь, шатун, который что угодно будет есть. У него не хватило жиру, он выходит раньше, ну... А тут женщина исправная. И она говорит, я помню, как он ее схватил, скальп, сразу все содрал с нее. Теперь я вижу, как он мои куски, моего мяса глотает. Она еще в сознании. Вообрази. А другая-то в стороне и ничего не понимает, что она кричит, зовет к себе. Когда она к ней-то пошла, глядит, она под медведем лежит. Она взяла палку. Я уже дальше не помню, говорит, что и стала считать. Это все прямо, обе они дают интервью. Господи, помоги, живую в помощи, там читает, да воскреснет Бог, и медведя крестит там это. И он маленько поводя бросил, и она видит, что делает, она истекает кровью, она бежать, сообщили, сразу охотники, двое-то, а медведь никуда не вышел, выходит, сразу они его убили. А теперь берут интервью и показывают раны какие-то, это невозможно. Там другое, это не медведь. Да никто не убежит. А так кажется, медведь такой уволень. Лошадь от него редко, не вся у кого убежит. А тем более от льва тут и говорить нечего. Что делать? Нашлись люди тамошние. Говорит, спросите их, как вы жили. Надо смотреть не только, как жили, а кому кланялись. Главное, Бог, кто? Богу принадлежит. Почему не стали после революции спрашивать, как люди жили? Почему ни одного богатого человека не сослал ни один император? Ни Наполеон, ни Гитлер, никто. Если он кормит людей. Здесь 12 миллионов самых трудолюбивых крестьян собрали, выбросили. У нас одна была, приехала, потеряла фамилию ее. Что с ними было там? Ничего нету. Штабелями люди лежали. А почему? Кулак. В нашей деревне, уж маленькая деревня там была, ну, 360 человек, 7 семей полностью вымели, пришли. И при том, одна дает интервью, у нас была Валентина Павловна, ее мама, Мария Евлампиевна. И когда пришли раскулачивать, я к тому говорю, что сегодня надо сделать это. И люди, которых приезжие были, они их кормили, в баню к ним ходили, и они же их теперь раскулачивают. Она говорит, вы же у нас были, мы ничем не отказывали. Он не разговаривает. Мороз на мороз с ребенком. В комнату уже не пускай, тебе не принадлежит. К утру мерзлая головяшка на руках стоит. Почему? Никто не пошел в это... А что делать-то? Зверье-то пришло в человеческом обличье теперь уже. Это даже понимать так. Господь говорит, скажи лисе. Лисой называют императора. Человек как волк, а овцы как среди волков. И здесь тоже они говорят, у нас Бог Яхве и Иегова.
И нужно поклоняться вот там-то. И нужно праздновать субботу. И нельзя есть той... То есть они что могли, сказали, а кто учить пойдет? Говорят, ну мы только священников учились. Найти священников. А одного на всю страну пустили. Ну прям православное такое все. Одного. Незнакомые люди. Язык где-то понимает, не понимает. И он им рассказал что-то. И вот что-то они это сохранили, но свое то старое не бросили. И вот женщины как разговаривают? Я к тому говорю, что где вы с кем встречаетесь? Здравствуйте, здрасте. Ну, пару слов сказал, и сразу говори, а как близко пришествие Христа. Совсем рядом, все признаки исполняются. А ты знаешь, какие вот, что есть? Вот мы по всем окрестным селам, районам везде ходили, свидетельствовали. Жара, уже 10 часов, заходим в комнату, мир дома, все, мы никого нет. Наконец кто-то зашевелился, бабушка лежит. Кто дома? Да я лежу. Да что ж ты лежишь-то? Дети уехали. Я говорю, ты знаешь, наш президент в Японии сегодня. Кто молиться будет за них? Ну-ка вставай сейчас же. Зашевелилась бабка, встала. Это нам нужен кто-то, чтобы научил нас слово «ныне» ценить. Ныне или никогда. Один проповедник, не буду говорить кто, разговаривал с человеком, тот корову выводил пасти отдельно. И хороший разговор был, и он видит, нормальный человек. Завтра я ему все о Христе скажу. Но сегодня я его не... Начни, говорит, оттолкнет. Утром пришел, ни корова, ни его нет. А где он? Так ты не слышишь, он же умер ночью. Я себе этого простить никогда не могу. Он мог быть спасенным. Это понятно нам? И здесь говорит, ныне. Вот я на работе. Я апостол Павел брал свой опыт. Я беру свой. Звонят. А звонок есть. Телефон. Ой, я думал, это бассейн, вот который там. Я говорю, вы правильно попали, только слушайте, это другой. Бассейн, где души ощущаются от греха. Так подождите, я сейчас подругой сбегаю. То есть они уже там у телефона, теперь она им передает. Никогда не откладывайте. И неверующие, которые безбожники, не говорите здравствуйте. Он болеет все время от того, что выпивает. А теперь здоровый стал, вместо одной две бутылки дать ему надо. А как говори? Добрый день. Гутен морген, гутен тактен. Ну как это? Скажи, люди поймут. Мы слово ныне высветим сегодня, как оно выглядит по Писанию. Не выдумываю ничего. Я сегодня еще наполовину сократил, что хотел, но настолько огромные материалы идут. И слово ныне. Сколько раз мы откладывали на завтра? А завтра уже совсем все по-другому. Сегодня день. Ныне спасение дом. Ныне время спасения. Завтра нам не принадлежит. Сегодня еще только один миг. Вот я говорил сколько раз. Остановился. Прошлое уже не мое, будущее еще не наше. И оно никогда. И поется песня та. Цени только этот миг. Итак, еще раз прочитаем. К Евреям, 3 глава, 7 стих. Почему, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. И как сатана бережет это все. Здесь все вот работала контора снабжения. Люди со всего края приезжают, ну, техника для сельскохозяйственных предприятий где-то. Ну и мы им о Боге говорим. Эспаля Шитика была, она много им говорила. Ну, кто-то сказал начальнику, начальство там все загудело, чтобы никому не говорили. А я в журнале записываю, воскресенье Христово. То есть они это все подняли. В календаре, это, в журнале я должен написать, как это. Ну и начался разбор. И люди согласились, делать революцию с Богом не получится ничего. Я вчера говорил на тему, Господь господствующий, что означает. А вот жить дальше-то надо было в этот же день после революции обернуть людей к Богу. За все отвечать будем. Будет суд Божий. Ныне день спасения, не завтра. Завтра простое что-то. А здесь так. Сегодня тебя Господь расположил, сердце твое готово слушать. А завтра будет по-другому. Феликс уже вызывает там и уже ждет, что Павел что-то ему даст. Павел ему сказал, недалеко ты. Осталось только сказать прости. Бог зовет к покаянию. Ну, люди разбились на разные классы, но у креста соединились все.
и садукеи, и фарисеи, и радиане, все. И что нужно им распинать? И Господь сказал молитве, прости им, они не знают, что творят. Это про нас. Что тут непонятно, это когда убиваете невинного человека. И, однако они не знают, что творят, они со своей душой творят. Они сегодня делают, грабят, убивают, это сегодняшнее наше, везде это есть. Вот такая у нас компания, собрались, а начнешь говорить, да что вас за вера такова, то нельзя, другое нельзя, у нас дед с бабкой жили тут и домино играли, не домино, там это, кубики ставили эти, лото, а тут нельзя ничего делать. Можно делать, работать, трудиться, идти благовествовать, где нуждается в тебе, определи, где ты нужна, и там примени свои силы, пока они есть. У нас бабушке было 95 лет, и она никак не сидела. Она на боку, вытащим ее, на боку лежит, локотки там обрезает, и подняться на локте даже не могла. Старые люди были не такие. Итак, мы сейчас несколько мест Писания коснемся и сами себя выведем. Малахия 3, 5, 15. Книга пророка Малахия, последняя в Ветхом Завете. 3.15. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, хотя искушают Бога, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Они как все у них идет, ладно, все у них есть, друзья, обращаются, депутаты вместе. Это ныне. Завтра будет все по-другому. Я раньше ходил. Ну, везде выпрашивал все. На детский лагерь где-то там килограммов 5-10 муки дадут, там еще что-то. Ну, как быть-то? Ведь не один ребенок, а за год, в этом году, допустим, у меня всегда почему-то было 108-109 с обслугой вместе. А к одному подошел, тот что-то недоволен так, что его трогают, молодой. А я спросил, как, говорю, да он такой. Немного погодя я прихожу, мимо ДД зайду, может быть, как-то расположится. Гляжу, гроб, что? А ему-то лет 30 с чем-то. Почему? Придумали врачи кровь как-то очищать. И, говорит, начали очищать, и он прямо в это время умер. Как это, я не знаю. Кровь, другая кровь или чем-то с плазмой с какой-то. И он лежит уже мертвый. Обращаться некому. Ныне, и они устраивают себя намного лучше, им сказать, это все временное. Сегодня у тебя дворцы такое. Сегодня раз, вот сейчас там что поставили, министра обороны, как он их там трясет. Вчера только генералы были, сегодня за решеткой. И теперь все исследует, когда сколько было. И этот настаивает, кто-то пришел-то, Белоусов-то, чтобы все отняли, и сразу разговор зашел о повышении пенсии. Мы должны молиться об этих людей, понимать, что ныне Бог послал такого человека, я вчера об этом говорил. Ну, знаете это. Такого никогда не было. Буквально всю Думу поднял, они кинулись против него и всех посадил на место. Разберитесь, сколько получаете. Притом экономист, не военно, по военному делу. Ну, сначала нужно отобрать деньги у них, а потом видно будет. Далее мы считаем. Лука, Евангелие, 12 глава, 52 стих. Самые большие главы. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Другого нам не обещано. Вот у нас крещение принимают, маленько только проходит время. Так крестился, я думал, у меня все будет по-другому. А он сразу еще полукровка, мусульманин. Такая жена послушная была, как будто ее кто подменил. На каждом шагу все пошло не так. Снова считаем это место. Ныне как раз один против друга, причем очищение идет. Нужно научиться за все благодарить. Да, мне это не нравится. Вот стоит человек в храме, а пошел-то покупать. И пока стоял выходить, смотрит, карман разрезан, ничего нету. Да что у вас в храмах делается? Да я сюда ноги не положу. Подожди маленько. Ты ему объясни. Сатане деньги не нужны. Он ими не пользуется. Ему важно, чтобы ты против святого места что-то сказал и не ходил. А ты поблагодари Бога. А другая бабушка, а я в бетончик положила, который молоко покупает, ты там деньги. То он разделал, а взять-то не может.
То есть даже здесь это он уже, Господи, меня умудрил, да с хорошими людьми познакомил. Нужно жизнь свою, язык свой, сердце наполнить благодарностью Богу. И вот только здравого зашел у Христа, и сразу, знаете, вода. А с воды начали разговаривать, а пошли уже по закону Моисееву. Конечно, тронул ее, что знает ее всю жизнь. Почему она одна пришла к колодцу? Златоуст говорит, это самое жаркое время, и обычно рано приходят, чтобы потом на жаре не париться. И она пришла, ее жизнь знает, какая она, сколько мужей там в этот день ее, и чтобы никто ее не понужал. Мы иногда выбираем время, нет, во времени, ты только скажи, какое время будет? Где ты едешь, садишься, перекрестись. Вот садишься в трамвай, в автобус едешь тут. Столько сил, слава тебе, Господи, живые и здоровые. Да возьми наши визитки, да пройди по вагону. А как я пойду? Вопросов даже нет. Как? Ногами, с молитвой. И ты увидишь, как новые люди появятся. Сколько у нас людей приходит, вот наше содружество в интернете. Все новые и новые люди приходят. А строгие такие правила там, я составлял их. И все справедливо. И человек начинает тогда задумываться, это как так, настоящее время, и так люди, которые обратились, уже у нас приняли крещение. Жена как будто подменил кто ее. Никогда не было такого, чтобы она так была против. Ты кого-то, кому-то пристал, это значит, мы уже все не такие. Да ты хоть один раз. А я не знал, взял и пригласил обоих, значит, приедете сюда. Милостью Божию. Так, Лука 16, 25. Ныне, вот ныне, сегодня этот день. Вчера мог я так сказать проповедь, но сегодня вас больше, больше будет рассеяно. 16, 25. Но Авраам сказал, чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Не так, что как придумали там, вот будем молиться за упокоем, и видеть его все там, как он вылез, теперь уже у бочки с водой. Ну все написано это, католик особенно. У нас, видишь, отмолился и все, лишь бы кадила в руках ходила. А дальше-то уж разбирайся. А там определенно, уже сказано, даже заранее можно оплатить, какой грех. Против чего-то Мартин Лютер восстал-то здесь. И здесь ныне он уже там. Я читал много жития, насчитывал, все это распространяли. И один лежал больной и уже не может переносить. Вот у нас этот Сергей это был, 17 лет. Здоровый, крепкий парень, там по 2 метра. Нырнул, там было чисто, а в это время под водой проплывало бревно. И 7 позвонков в дребезги. И он 17 лет лежал. Мы близко-близко были с ним знакомые. И вот как охота человеку больному, чтобы прекратилась боль. У него только, вот так кажется, голова поворачивалась, и в одном месте не пальцы, а плечо. И он все писал, сколько он много добра сделал. И здесь человек оказался в преисподней. Да лучше мне там мучиться. И вот проходит год, два, три, 100 лет, и он все там находится. Ангел сказал, я тебе сделаю. Это как ты просишь, так. И тогда он говорит, и ангелы-то здесь неправду говорят. Ангел сразу осиял ад. Это рассказывает такое. И говорит, почему ропщишь? Ну так сколько же мы договаривались. Так прошло-то всего-то, сколько-то секунд всего. Там другое время совсем. И выйти из этого положения нельзя. Это здесь герой такой прыгает высоко. Ну, не больше, чем блоха прыгает-то, ну, оттуда не вынырнешь. И придумывают как, вытаскивает за добрые дела, а она кому-то луковку дала. И теперь она уцепилась, а за нее все хватаются, много, всего за нитки висит. Ну, и, наконец, нитка оборвалась за то, что она недобрая, тут составляет такая. Другой калач кому-то бросил, пристал отбиться от него, чтобы-то, да за один калач в рай попал. Ну, это сказки такие, чтобы там быть со Христом. Надо понять, что за каждый грех, не то, что великие и малые, это есть такое рассуждение, но то, что ты не знаешь Господа, возмездие за грех смерть. Римлянам 6:23. И отсюда вывод делать надо, чтобы Господь взял мой грех и омыл меня кровью своей. Без пролития крови нет прощения.
Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна 1:7. Прямо говорится. А впереди два условия. Если ходим во свете, как Он во свете, имеем общение друг с другом, по Слову Божию. Итак, еще одно место прочитаем. 19:42 Луки. И сказал, о если бы ты, и сказал, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Вот неверующего, что говоришь, когда, ну ты сейчас обратись, сейчас. Ну у Бога так все устроено, даже роптать не надо. Я молился, заехал к брату старшему, звать его Самуил, к слову сказать. А он никак не допускает до жены, чтобы рассказать ей о Боге-то. Он возвращается с работы раньше времени, вот сатана же подсунул его. И он прервал наш разговор, а она и 101 год, кажется, живет еще. А его уже сколько нету. Ну и пошел отсюда. Ну ладно, побежал. Вот я бегу со всех ног, вбегаю в метро и уже отходить. Я только бросился. Но мне в этот день нужно было в Москве найти человека, я еду в Латвию, я обратился к Богу, человека рассказать, он добро сделал мне, и надо найти. А где он есть, не знаю, я знаю, только работает на водовозке, водой там поливает где-то. Ну, живет в другом конце. Ну, я только бросился на сиденье-то, повернул голову, рядом сидит. Если бы меня брат-то не погнал... Шел шагом, заметьте, сколько было препятствий, я бы его не нашел. А теперь я вместе с ним слажу, и теперь ему свидетельствую, все рассказываю. И у меня есть записи, которые можно ему дать. Я расскажу, как на этой неделе, позавчера у нас была такая встреча. Сестра Малика задержалась, и все к месту. И мы пошли, и издалека увидели люди толпятся, ну, ближе к мосту там совсем. И когда подошли вплотную, там митрополит Сергий. А тогда же, ну, не... Ни в одном сне этого не увидишь. И священники такие-то здоровые, все большие, Илья маленький такой. И с ним разговаривать начинаем. Да трижды по Христосу поцеловались. Да вспоминают, что книги дал. Священник послушал, разрешите хоть руку пожать вам. Сколько? Я узнал, что там вас что распространяете в других странах. Я говорю, это Бог все делает, не мы. У меня одно такое. Как мы успели-то и увидели? Вот вперед, раньше, если бы сестра не... собиралась поскорее это, мы бы прошли. Поэтому научиться надо наполнять сердце, язык, все благодарностью, то, что Бог дает. В какой момент. И здесь, хотя бы здесь понять, что туда попал, выхода никакого нет. Ныне. А дальше мы не знаем, что. Но ныне он уже мучается. Ныне он уже не умирает. Это шоу, какое-то место, ну, где мучения нету. Я слово ныне просто пояснить хочу. Так, Иоанна, 12:31. Рядом. Ныне суд миру сему. Ныне князь мира сего изгнан будет вон. Дьявола бояться не надо, если ты против его поднимешь голову, а он такой сильный. Сильный, да. И завоевал. И уже спрашивают, интервью с дьяволом. Поставили где. Какая у вас самая главная задача? Чтобы признали люди, что меня нет. Вот и все. Вот он беснуется, он что попало делает, а дух лжи вошел в уста. По лжи, по всему можно определить, он бесноватый. Но бесноватый же проповедовал. Нет, исцеленный бесноватый. Не надо, бесноватый не проповедует. Она кричит, все люди возвещают путь спасения, ведьма одна там, ванга какая-то. Апостол Павел запретил. Но он знал, какие будут последствия, что его самого за ноги потащат. Все поднялись. Прибытки-то какие были? Как ванга. На государственном учете стояла. Налог особый был. И тут еще прочитаем. Деяния апостолов 4:29. Слово «ныне» высветите, потом вспомните, о чем говорил. «Ныне». «Ныне мучается, и ныне не страдает верующие». И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое. Смелость. А где, как? Ну, бывает, просто прислушался. Я опытом делюсь просто. На стройку приехала комиссия. Начинает расспрашивать, как работа, как что. Ну, говорят о
такое что-то. Я подошел и говорю, ну ладно, Лёд, женщины, на второй этаж, я мужчина, ну, каталка такая, бетоном на второй этаж по трапу идти. А женщина это делает, на носилках носит. Ладно. Ну, я пару слов только сказал. Он так сразу на меня воззрелся. У вас евангельский язык. Я никогда этого не ожидал от него. Я говорю, уже отвечать будете. С начальствующим будет строгое взыскание на суде Божьем. Вот. Женщины, как бы не обо мне, ну никак я тут. Я просто сбоку оказался, и это уже опыт Господь дает такой. Вот я заметил, один билет передает, я говорил. Одна проверила, теперь с той стороны. А мне вот сзади вот так подал брату-то. Ну и когда она ушла, я сразу стал говорить, вы верите, суд Божий будет. И ты что, отдаешь ему? Зайцем он едет на поезде, а мне уже сейчас слазить. Отвечать будешь, брат твой воровать будет. Ну и я сказал, тут слез, больше ничего не было. Проходит, ну лет 15, наверное, и вдруг на меня он выходит тут и говорит, вы знаете, когда я ехал-то, а кто вы? Ну сказали, что я вором буду. Я так перепугался, больше никогда так не делал. Это суд Божий будет еще. И нужно говорить так, чтобы ты все время об этом молился. Господи, как я буду перед тобой стоять? Я уж говорю, самый близкий мне человек. Едет, дорога, начинает свидетельствовать. А кто-то с полки свесился, нет, говорит, вот здесь где-то какая-то деревня есть. И меня называют по имени. Вот он когда говорил-то, вот ты туда, а то мой родной брат едет. Вы говорите не с просонок, а говорите, чтобы горело. Горело сердце. В костях, как огонь разлитый. Это не мое, это только благодать делает. Какие-то слова там заумные говорят, я их и не знаю. У меня нет на это образования. Я знаю только то, что ныне время спасения. Завтрашний день не наше. Тут еще особенного-то нету. И далее. Это мы считаем деяние. 5.38. Следующая страница. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие, это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, вы не можете разрушить его, берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками. И как просто ныне, это абсолютно везде, ну я сторожем работаю, ну какая тут работа, встреча, подошел человек, увидел, еще... Старик, как дела? А какой старик-то, мне там 35 лет было где-то, а гляжу, у него бутылка в руках. Я говорю, твои дела как идут? Ты знаешь, суд Божий будет? Суд Божий? Да, там никто не спасется. А он курил, тут же сразу вырвал пачку. Я говорю, и вот это тебя повлечет туда вниз. А столбы-то на бетонных пасынках, он как об бетон это ударил, это... А ты не знаешь, как мне избавиться? Вот мы тут ходили, грабили, и кто-то сообщил милицию, она напала. В Барнауле здесь-то. Ну и мы бежали, стреляли, говорит, и другого меня убили. Похоронили его, говорит. А он сейчас каждую ночь ко мне приходит, говорит, и пойдем, говорит, опять на грабежи. Я говорю, Витька, тебя же уже нету. Что мне делать? Ну что ему сказать, когда еще только сейчас курил-то? Я говорю, а ты можешь не оглядываться? Ну, а теперь пойдешь до дому сегодня. Завтра мы встретимся с тобой. А ты сейчас дойдешь до дому по-хорошему. И только знай. Одну молитву, Господи, помилуй. Иисусе Христе, помилуй. Он подался, но я больше его никогда не видел. Человеку, ну самое малое, скажи, Иисус умер. Он ради тебя сошел на землю. Ты в поезде едешь, где-то с кем-то встречаешься. Не теряйте зря время. Пример, эта самарянка. Как она была наполнена, она как богослов начала говорить. И там надо в другом месте. Как бы не она, вы бы не знали, что в духе истине. А сегодня спрашивают, ну а в Ветхом Завете были в духе истине? Ну, пророки. В духе были, а в истине нет. Как так? Ну, в духовно, Дух Святой наполнял их. А истина во Христе, а у них все образы были. Игненок, а игненок это Агнец. У них жертвенник был из камней, у нас жертвенник крест Христов. Вот как. Там был ковчег, а у нас Божья Матерь, внутри которой Слово находится. Понимаешь? Истину Бог открыли. 14.6 Евангелия от Иоанна говорит, я есть путь, истина и жизнь. Не две истины, а одна истина. Тем более, вот столько сект. А почему они? Ну, лучше ли? Говорить даже не надо. Я знаю так много сектантов, разных-разных. Ни одного пьяницы, ни одного курящего. Тебе мало это?
если ты не будешь говорить, так это наша вина, что они туда пришли. Теперь я с ними работаю, сколько людей оттуда приходит. Так нам же никто это не сказал. Показали на иконы, на мощи, а в Библии нигде про это не сказано. И они правы. Но кто это сеет? Ты дома как пойдешь и скажи, а вот если он так будет, то есть не где-то блуждай, а вот если такое, это или женщина, или взрослый ребенок, а если вот такой разговор задать, о чем сегодня можно говорить? А ты скажи, сегодня воскресный день. Почему называют воскресением? А слово воскрес корень, суффикс, окончание. Кто воскрес? Вот. Давайте зайдем на кладбище. Мы. Пушкин? Здесь. Наполеон? Здесь. Христос? Загудело все кладбище. Его нет здесь, он воскрес из мертвых. Ты понимаешь, у тебя такие интересные будут встречи. А визитка, если есть, обратный адрес у тебя будет. Ну, будьте более живыми. Некоторые уже всю жизнь ходят здесь у нас, и ни одного человека не привели. Ни одного. Может, от тебя это не зависит, но и ты должен увидеть, где были возможности сказать. А где возможности? Есть очень неблагоприятная обстановка, где люди работают. И там грозит смерть. Казалось бы, умер человек, теперь меня пригласили туда, а не получается. Я им говорю, у них только одно, скорее его похоронить, написано, если. Совершенно. И у гроба сколько раз я выступал, говорил, даже у нас несчастный случай там был, потерявки, совсем не туда смотрят. А где-то начнешь говорить, ведь мы смертные. Вот сейчас ты сегодня умираешь, о чем ты больше всего будешь жалеть? Я? Ну что, дочь замуж не выведу. Да она без тебя найдет. Другое еще что-то. Была работа получше, а я нет. Не вовремя хватился, что я болею. Я теперь уже четвертая стадия там. Не об этом надо думать. Я вот говорят, в вашей жизни что было, о чем жалеете? Что мне никто о Христе не рассказал. 23 года. Я как прикину. Я, как говорится, щитьем шел в правильном пути. Вчера интересно в интернете выставляет. Отвержена Виктория Гюго, и говорят, меня называют, и говорит, он посмотрел фильм, он его сдвинул, и обещаю. Говорят, Жанна Вальжан играет Жан Габен. Если бы другой, то бы он не тронулся. И столько раз перечитал. Так я тогда сейчас фильм посмотрю, этот «Отверженный» или «Мизерабль». Вот где-то что-то как-то идет и распространяется. Если мы будем знать, чтобы засветилось сердце, засветились глаза, все перед Богом. Меня начинают агитировать где-то на что-то. Я говорю, вот написано где-то. Приехал отсюда игумен, у нас был. Ну и кто-то против там говорит, ну а что он знает? Он говорит, я только знаю одно, что я, он член Союза писателей, ну, приезжал отец Кирилл Сахаров, на Берсеневке служит, а с храма Христа Спасителя, там 250 метров примерно на этой стороне. Вы где видели в храме? Чтобы люди так вот стояли, как вот я был потерять, он приезжал. Вот так молились. Дальше. Где вы видели в других храмах, в ограде церковной, кто-то стоял на коленях и часами плакал, что не проповедуется. Больше не надо. Он там сколько другое переговорил, это главное. А ты проси. Проси у Бога. Апостол Павел говорит, я 3,5 года учил вас со слезами, не со смехом. Как тронет Господь сердце? Мне Господь тронул, я делюсь опытом, еще раз говорю, скажет, хвалюсь Господом. А у меня слез нету. Да, но более работает, 100% здоровье, карман полный денег. Ну, от дурного Бог хранил как-то. Мне ничего не надо, а веры-то нету. Евангелие далее сразу же в эту ночь обратился. Даже в 17:00 было. Это Господь делает так. Чтобы подготовить обстановку такую, детям говорить, особенно берегите девочек. Вот эти молодые подрастают. Рассказывай им, худую, злохужную душу мудрость не войдет. Чтобы жили чисто. А то ко мне приехала одна и говорит, внук у меня, вот, внук-то приехал где-то, он уже за меня хватается. Не просто так хватается. Уже у него наклонность есть. Ну, а ты подумай. А как у вас в лагере? Ну, меня за это судят, но этого не было. Было, я делал полный разбор, все рассказал, все надо сделал. Родители заранее расписали, что если я его накажу, не будет. И теперь вырос, и бабка говорит, как нормально. Поворотный пункт. И не могут еще с ребенком сделать. Он вырывается, убегает. Ныне займись им. А ты хочешь знать, где? Ну, у меня не один человек уже было так. Я запился, не знаю, что делать, как лечиться. Ко мне переходи на дом. Будем вместе вставать, вместе молиться.
Кто здесь есть, с кем я занимался, вы скажете, как это было? Проходит 3 дня сколько, и у него душа настолько очищается, что говорит, мне сейчас ничего не тянет, я пошел домой. Почему? Благодать Бога. Если ты искренне говоришь, а не просто я услышал слова эти, перекинул, ныне день спасения, покажи ему, ныне. А если ты умрешь как пьяница под этим градусом, ты сразу нырнешь в ад, в огонь. Почему? 5 глава 1 послания Коринфянам говорит, пьяницы Царствие Божие не наследуют. И не надо там искать причины, заболел там или в рот не бери, чтобы даже не пахло. Меня только удивило, что когда я встретил архиерея, они были пивной завод тут, и там специально бар такой. Ну и когда я тут простился, а потом вернулся назад, не мог сразу достать визитки-то. И священники вышли, и выходят оттуда. Зачем они там? Или это день на радостях, что привезли мощи просветителя Алтайского края? Кто знает про него? Кто он такой? Как его коня? Да. И они, говорят, сегодня привезли мощи уже по Покровском соборе. Может, отметить решили. Ну, пиво-то это так, нарощишь, все. Ну, и все равно интересно мне, чтобы не где-то прямо рядом здесь. У меня там мысли-то не было, а когда обратно пошли, я посмотрел, ну, Господи помилуй. Еще раз прочитаем, еще одно место. Так, Матфея 20:25 прочитали? Я слово ныне высвечиваю. Так, 25. Нет, это я тут задерживаю. 20. Что-то у меня закладки проваливаются дальше. И поэтому так. 20:25. Надо было бы открывать это так. 25 стих. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья пророков господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Ну, это... Так. Хорошо. Это 1 Петра. 2:10. На 2 дня вчерашний открылся. А на 2 полезный. 1 Петра 2:9-10. 2 глава 9 по 10. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованы, а ныне помилованы. Видите, надо увидеть, что такое. Как нам Господь открыл. Вот, Русь крещена была в 988 году. Не такая цифра, чтобы забыть ее. А Библию перевели в 1876. Ровно 880 лет, 888, жили без Библии. От крещения до перевода Библии. 3 восьмерки. Что-то в этом скрыто, наверное, ну, не знаю. Но 8 считается полнота, обновление. И Библии первые, которые издали, они быстренько все оказались у штудистов. Потому что дорого стоит, а те, говорю, дал больше, я еще не возьму свою. Поэтому Слово Божие, сколько раз говорил Евангелие, вот я себе где-то припрятался. Потому что изменения будут настолько стремительные, что мы ничего не успеем сделать. Электричество отключат, ничего нету. Ни магнитофона, ни телефона. Это поставят на колени. И поэтому, а у тебя Евангелие открыл, посчитал, посмотрел. Далее. Римлянам 5:9. Как апостол Павел это... Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ныне, сегодня, ныне же будешь со мной в раю. Ныне. Сектанты как? Душу не признают. Ныне, говорю тебе, будешь со мной в раю. Ныне, говорю. Нет, ныне же будешь со мной в раю. Это надо просто знать. Да как кто за него молился, не знаю. Кто подавал милостыню за него, не знаем. Апостол говорит так, как есть.
У нас очень какие-то надежды, что там кто-то, что-то. Всем надлежат предсудилище Христово, чтобы получить соответственно тому, что делал, живя в теле. Ты делал, не за тебя делали. 2 Коринфянам 5:10. И далее. Римлянам 6:22. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Святость немножко совсем, и жизнь вечная. А один ты не все будешь знать. Поэтому вот это содружество, что вместе, я уже сколько раз об этом говорил, ну, из наших, кажется, один или два человека только заходит. Такая возможность. И столько там всего. Каждый день идут занятия, вопросы, новые люди приходят, а ты ни в чем не участвуешь. Вот какая-то беда, кто-то заболел, поехали, наш вот Виктор был здесь, Савченко, поехал с женой куда, и сразу все молятся. Вот у нас заболела тут девочка, дай Бог ей здоровья-то, и там молились-то буквально все. А там люди из разных стран, и из Франции, и из Германии, послать не, все закрыто. Про книги никак. И нашелся один, который за границей работает, приезжает сюда, ему порассылают, там где-то, он где-то в Литве или где, а от него уже дальше другие. И, наконец, почти год прошел, кому посылали книги, все получили. И нигде не затерялось. Дальше. 1 Коринфянам. С 8 по 13 стих. 1 Коринфянам. 4 глава, с 8 по 13. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Смотрите, дальше насмехается. Вы уже не нуждаетесь, вам еще не надо, вы уже царствуете. Просто с облаков ноги свесили. Это он смеется над ними. А теперь говорит, о, если бы так было. Дальше. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил, как бы быть приготовленными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Позорищем. А как для ангелов? Ангел-то знает, что я не такой. Позорищем для ангелов, с большой буквы, притом. Ангелы называются люди, живущие по заповедям Божьим. Об этом Малахия говорит. Ангелом сам Господь называется, и Иоанн Креститель, Пресвящий Христов. Так. Галатам 1.10. Как к Галатам Господь подошел? У людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Невозможно. И вот почему родные двое против трех и прочее. Если бы я не угождал, ну, людям-то, я бы был другим. А здесь, ну, не, ладно, здесь у него горе такое, не дает. А ладно, я посмотрю, что дальше будет. Еще дальше не будет. Ныне не смотри на обстановку. Вот спрашивает, а у гроба приходилось? Приходилось. Я скажу только, ни разу не видел обращения. Так могу. А как тронуло его, нет. Просто пригласили, я его и не знаю даже иногда. 4:29. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Вот и все. Рожденный от Бога, гонимый, а не рожденный, он гонитель, и притом у него ни знаний, ничего нету. Бывает бесноватый кидается, а другой раз, что тебя, как говорится, гнобят. Подожди, все еще впереди. Еще не вечер. Вот почему. Вот у нас недавно тут был человек, который там, он никого не знает. Но когда начал гаде, все враги боковым соединились с ним. И что поехал, и не дали ему, не заплатили. Стопроцентная ложь. Я говорю, почему? А сделать больно. Ныне, это написано как слава тебе, Господи. Но ты бы знал, что ты не просто придешь ко Христу, а тебе Бог награду даст. Так награда как раз за гонение, особая награда. 5:12 об этом говорится в Евангелии от Матфея. Так. И еще к Ефесянам. Два семь.
дабы явить в грядущих веках преизобилие богатства благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Седьмой стих. Первый. Вторая глава. Так, Ефесянам 2:1. Виноват. С 1 по 7 я хотел сказать здесь. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления. То есть ныне, то есть мы мертвецы были и преданы осмеянию, и дальше как быстро меняется все, как Ефесянам пишет. Между которыми и мы все жили некогда по вашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Ну кто из нас был чадом гнева? Себя не назовешь так, слова-то не составишь так. Чадо гнева. Да, мы дети, попадаем под гнев Божий до времени, пока не соединились со Христом. А теперь дьявол желает, а ничего он уже не может делать. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Так что на земле-то никого нет, уже посадил на небесах. Еще в святых. Евреям 3:15. Так, вот это Тимофею, давай этого пункта Тимофею, но еще тут два места есть. 2 Тимофею 1:10. Открывшийся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие. Видите как, через благовестие. Вот если у вас кто-то обратится, может, не испытывали это. Настолько дорогое делается человек. И нет больше печали, когда он уходит, отступает от Бога, от истины. Апостол Иоанн говорит, для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Порадуем Господа жизнью своей. И Евреям 3:15. Так это. Да, 3:15. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Да, и Откровение 14:13, последнее. Видите, слово «ныне» мы постарались увидеть по-евангельски мыслить, что ценное сегодня в это время. Ценное обращение ко Христу, жизнь в Боге, быть водимым Духом Святым, как Серафим Саровский, стяжание Духа Святого. Стяжание – это приобретение. Ну, вот у меня, когда занятия шли тут в университете, а приходили люди разные, и спрашивали баптисты, а как думаете, вот у баптистов есть Дух Святой или нет? Я говорю, вы Иисуса Христа за Господа признаете? Конечно. Записки дают. А раз признаете, написано, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Это первая ступенька, но вы дальше не идете и не в церкви. То есть совсем немного надо сказать. Так, что еще? И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Вот хорошо, когда на, ну, не крест, а бывает, там прямо на, пишут, как бы доска какая-то или что-то есть. Вот отныне блаженны умирающие в Господе. Да будет с нами Господь Спаситель. И мы с ним во веки вечные. Аминь. Аминь. Христос воскрес. Воистину воскрес.